Никогда не сдавай друзей и всегда держи рот на замке. Фильм Мартина Скорсезе. Всю свою сознательную жизнь я мечтал стать гангстером. Привет, мам, что скажешь? Ты похож на гангстера. К тому моменту, когда я подрос, через аэропорт Айдлвайлд проходило товара на 30 миллионов. И мы пытались украсть все, что можно. Чем ты занимаешься? Строительством. Он не еврей. Мазл тов. Большинство ребят относились к убийствам спокойно. Генри, смотри, рука. Очень смешно. А вот ножка. И крылышко. Тебе ножку или крылышко? Обычная жизнь для нас была недопустима. Нас почитали как кинозвезд, но за счет силы. Достаточно было только намекнуть. Тебя ждет отличное будущее. Это были счастливые времена. Хорошие парни. В мире, основанном на насилии, где властью обладает самый сильный, новое поколение воплощает старые традиции. Роберт Де Ниро, Рэй Лиотта, Джо Пеши в фильме «Хорошие парни».